В украинском театре собрались преподаватели и студенты Одесской национальной академии пищевых технологий. Они отмечают 115-летие родного вуза. Ці люди забезпечували продовольчу безпеку нашої країни, продовжують забезпечувати сьогодні, і ми впевнені, що Україна на правильному шляху розвитку. Нам багато ще потрібно робити, тому ми і готуємо кадри, які здатні це втілювати в життя. Поздравил вуз с такой знаменательной датой президент Национального университета Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов. Он передал коллективу Академии пищевых технологий уникальное издание «Библейский атлас». Будет находиться в библиотеке, и мы будем вспоминать через многие годы и читать, и смотреть, потому что Одесса все-таки православный город, а здесь есть чему поучиться. Очень важно, что мы сохраняем наши высшие учебные заведения и создаем условия для выпускников школ, чтобы они получили хорошую специальность. Студенты прямо на сцене произносят клятву родной альма-матер. Быть гідним звання студента Одеської національної академії харчових технологій. Сегодняшний праздник – это для нас, для всех студентов, даже для, ну, для администрации, для всего состава Академии очень важен, потому что мы славимся, мы гордимся тем, что вот у нас ни один праздник, ни одно день рождения не проходило в какой-то бытовой мере. Мы всегда празднуем, мы всегда отмечаем наши дни рождения. Праздник для нас это очень важно, потому что мы с гордостью говорим, что вот сейчас мы студенты, а потом, когда мы закончим учебу, то мы будем гордиться тем, что мы выпускники Одесской национальной академии пищевых технологий.